И еще об одной сезонной проблеме – о лесных пожарах. 4 возгорания произошло в регионе за минувшие выходные. Огонь удалось локализовать. В целом в области зафиксировано уже 90 возгораний. Пострадало 564 гектара. Это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидируют в этом антирейтинге Тюменский район, Нижнетавдинский и Заводоуковский. На страже лесного массива стоят более 3000 человек. Инспекторы также ведут профилактическую работу с населением.